Блемии – это раса человекоподобных существ, у которых нет головы, а глаза и рот расположены на груди, широкоплечие, с очень коренастой фигурой, с тонкой талией. Блемии наносили огромный урон Римской империи своими набегами. Императором Диоклетианом была попытка заключить соглашение с блемиями, согласно которому это племя за ежегодную плату должно было воздерживаться от своих набегов. Но затея провалилась. Блемии продолжали регулярные набеги. Блемии были свирепыми и кровожадным племенем. Блемии – кочевое нубийское племя, говорившее на кушитском языке, описывалось римскими историками –